Что касается будущих поколений, да, вот как раз я подхвачу ту фразу, которую вы сказали, одну из последних. Я бы тоже очень, во-первых, спасибо большое за этот текст, над которым, видимо, работали много и долго, а мы сейчас тут сидим и вносим какие-то поправки, то есть у нас опять-таки есть платформа, где мы можем показать какую-то свою эрудированность, но мы сами не присутствовали во время создания этого документа, а это, судя по всему, был тяжелейший труд. Спасибо большое за то, что газета «Иль Авунг» и вообще вся ваша организация лично мне давала возможность говорить о том, о чем я хочу сказать сейчас, чтобы это тоже было бы внесено. О будущем поколении, об образовании и о связи. Вот мы, во-первых, мы теряем будущее поколение, а ему вроде бы такое ощущение, что ему надоело вообще обо всем об этом слушать. И они американец, да, вот они, вот английский язык, вот каждый думает, как бы из республики сбежать и так далее. Это у нас, мы говорили об этом на наших собраниях, это у нас остается какой-то, ну, не продолжили, да, как-то. Вот об этом хотелось бы очень. И обязательно, опять-таки, связь вот с этой мощнейшей, да, вот, может быть, если мы, вот у нас что делают? У нас отнимают нарикоцы, навязывают кавку. Я не буду продолжать, да, вот все остальное, мы все прекрасно это знаем. И опять-таки, да, вот эти мощная российская культура, которая всегда две мощные культуры, армянская и российская, вот только в тандеме, в союзе формировала нас как личностей. К сожалению, молодое поколение для них, спрашиваешь, ты читал Толстого, они говорят, этого.